8 ноября завершили со счетом. Прошедшие 20 лет в России за нездоровый вид существенно увеличилось число случаев ожирения мужчин. Им страдает почти треть мужского населения. Также зафиксирован рост случаев ожирения у детей и подростков. Из-за этого увеличивается риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас, ну вот да, блядь. Хорошо. Сейчас, ну вот да. Еще и грант вон все помял. Почему на задний так не взял? Знаете как? У кого, это, по-моему, в фильме «Электроник» спрашивали, а ты что столько лет вот не показывал свои силы? Да злость копил. Ну я, чтобы набраться, чтобы какое-то количество адреналина выделилось, потому что эти произведения, они вот нужны именно для этого. Слушай, ну есть много... Еще время-то есть, может как-то попытаться что-то покреативить. И еще один. Папы не отбиваются, просто отбиваются словаки сейчас. Мяч опять у нас. Вот так. Через кого попытка отыграться? Графиня. Ну, графиня это, ну, местная, короче, там, ну, хозяйка. И говорит, пожалуйста, меня отпусти, меня с муму, я отсори. Следующее сообщение читаю. Без цензуры и купюр, как говорится. Завидую мужу. Талантливо и точно он.
сторон. Да, есть. Любимую назвать некрасивой, могу пожать тебе руку, пожелать мира и тут же плюнуть в спину. Могу собраться оперативно, минуты за полторы, и ночью большой капюшон. Мать, ебанутый! Нету, притормозить, тут водила. Твою мать, бля!
число случаев ожирения мужчин. Им страдает почти треть мужского населения. Также зафиксирован рост случаев ожирения у детей и подростков. Из-за этого увеличивается риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас он его даст. Еще и грант полностью помял. Почему на задний так не сел? Знаете как? У кого, это, по-моему, в фильме «Электроника» спрашивали, а ты что столько лет вот не показывал свои силы? Да злость копил. Ну я, чтобы набраться, чтобы какое-то количество адреналина выделилось, потому что эти произведения... ...матчи, проходивших с 11 по 28 ноября, завершились со счетом...